є свідчення про те, що не все так спокійно наразі на фронтах. Ми весь час аналізували здебільшого східний напрямок, говорили за Бахмут, говорили про Соледар, говорили, зараз можемо говорити і про Кліщівку, південній околиці Бахмута, але розпочати це обговорення я би хотів із південно-донецького напрямку. У нас є Вугледар, у нас є Велика Новосілка, Гуляйполе, Оріхів. Ось всі ці чотири населені пункти, які є, так чи інакше, лінію фронту зараз на цьому напрямку, тут щось затівається. І більш того, за останній час під Оріховим були спроби проведені росіянами в районі Степового. Були такі невеличкі просування, але там артилерія накривала. В районі Гуляйполя те саме було спроби просування росіян, подекуди успішні. І що ми читаємо зараз фактично під час прямого ефіру, так це російський, ну вже його можна назвати оглядач Гіркін, пише про те, що на Запорізькому фронті, по всій відомості, начата широке наступлення. Як би ви це могли прокоментувати, наскільки це відповідає дійсності і наскільки росіяни вже готові до справді широкого наступу на Запорізькому фронті? Росіяни за останній місяць завели около 100 тисяч чоловік на фронт. Не только на Запорожский, на весь Юго-Восточный фронт. Часть войск была и заведена на Запорожский фронт. Мы постоянно это видели. Заход, напитывание, увеличение плотности войск на всем протяжении этого фронта, то есть на всю глубину 100 километров до Азовского побережья. Они выполняли определенные оборонительные мероприятия, но мы неоднократно с вами говорили, не фронтальные, то есть очаговые гарнизоны. Они либо большие гарнизоны пытались типа Мариуполя, Мелитополя и Бердянска окружить определенными фортификационными сооружениями, а дальше рассредотачивались по гарнизонам на всю глубину фронта. Такого рода движение было понятно, то есть они готовились с одной стороны к обороне, если мы начнем наступление, и дальше и готовились, естественно, к контратаке, контрударам так называемым, которые начались вот буквально неделю, и мы об этом тоже с вами говорили, то есть неделю начались эти движения, это в основном в режиме разведки боем, то есть целую неделю они проверяли наши определенные оборонительные возможности, некоторые зоны действительно занимали те серые зоны, которые не удерживались украинскими войсками за ненадобностью, с одной стороны, потому что не все нужно удерживать в режиме, допустим, обороны или в режиме активной обороны. Вот некоторые зоны они действительно заняли в районе Орехова, в районе Гуляйполя несколько сел было занято. Пробовали в районе Угледара и в районе Новоселки, но особенно в районе Угледара получили очень жесткий артиллерийский ответ в районе Новоселки, также так как начали заходить в те зоны, которые мы уже не могли им, так сказать, оставлять, и попали под удар. То есть здесь наступление россиян остановлено, если это считать наступлением. Ну, в принципе, любая разведка боем, она предрасполагает к наступлению. Ну, а там, где есть определенные направления для и плотность войск, количество войск, силы средств приданных, где они могут двинуться, они действительно пробуют это сделать. Но это мы уже показали. Вот это Новоселка, Угледар чуть правее, ну и левее, западнее, это район Гуляйполя и район Орехова. Район Орехова, он связан с направлением предполагаемого нашего движения в сторону Токмака и Мелитополя, потому однозначно для них это одно из основных направлений контрудара, то есть они могут попытаться наши войска на контрударе остановить. Дальше направление от Гуляйполя в сторону через Черниговку на Бердянск, это тоже направление, которое могут российские войска щупать, как раз вот они, то, что они сейчас и делают, район Гуляйполя. И Угледар. Угледар сам по себе – это направление нашего предполагаемого движения с Угледара на Волноваху и на Мариуполь. То есть три этих направления, вот россияне их пробуют, по крайней мере, сейчас в режиме разведки боем определить готовность, во-первых, нашу к наступлению и готовность к нашу к обороне. Или, допустим, какие-то пытаются сорвать какие-то наши такого же рода действия.
на этих участках фронта. Пока говорить о том, что началось полномасштабное наступление, ну, я бы не стал. Не хватает на данный момент для полномасштабного наступления у россиян сил и средств на этом участке фронта. Ну, от, власне, я через це і хотів уточнити, тому що ви кажете, перевірка боєм – це далеко не те, про що говорить Гіркін-Стрілков. Це не є широким наступом на цьому фронті. Поки нічим. Добре, але, вочевидь, ця ділянка, вона заслуговує на те, аби бути під постійним фокусом уваги, тому що те, що збирають тут росіяни велику кількість військ, це справді означає, як на мене, те, що тут найближчим часом справді будуть бої, чи їхнього наступу, чи нашого контрнаступу.